Всем привет! С вами Ирина, ихтиолог Центра океанографии морской биологии «Москвариум». И сегодня выпуск наш достаточно радостный, потому что совершенно недавно у нас произошло счастливое событие. В аквариуме, который находится моей спиной, с перелетными скатами бочерилами, совсем недавно у одной из самок родился малыш, маленький скат-бочереленок. Событие это достаточно значимое, поскольку за 6 лет содержания этих удивительных животных потомство они нам принесли впервые. Сейчас малыш находится в техническом помещении. Малыши скаты переходят на активное питание не сразу, поэтому важно понаблюдать его какое-то время для того, чтобы убедиться, что он начал самостоятельно потреблять корм, чувствует себя хорошо и его здоровью ничего не угрожает. В этом аквариуме содержится 15 особей этих скатов. По полу у них распределение практически равное, самцов и самок практически поровну. И одна из этих пар малыша нам и подарила. И мы надеемся, что в скором времени приплоты этих скатов у нас будет регулярно. Сейчас малыш питается разными морепродуктами. Корм он получает несколько раз в день. И питание для молодых особей частое. Оно достаточно важное, поскольку обмен веществ у них достаточно высокий. Скаты эти живородящие, поэтому малыш рождается не в яйцевой оболочке, а готовый сразу к активному плаванию в воде. В скором времени малыш снова окажется в этом аквариуме и будет расти здесь вместе со своими сородичами. Подобные события, рождение таких достаточно редко размножающих в аквариумах видов, это важное событие для нас, поскольку одна из миссий публичных аквариумов – это размножение подобных видов для того, чтобы снизить их вылов из естественной среды. Таким образом, мы можем самостоятельно размножать этих обитателей не только для того, чтобы экспонировать их у нас, но и для передачи в другие публичные аквариумы. Традиционно наши подписчики могут выбрать имя для этого малыша. Следите за новостями в наших социальных сетях, конкурс будет объявлен там, и голосование тоже. Аквариум с перелетными скатами – это один из самых ярких и красивых аквариумов нашей экспозиции. Здесь обитают скаты-бочерылы, а также несколько видов различных некрупных акул. Скаты эти пелагические, они ведут не донный образ жизни, а плавают в толще воды, поэтому за ними очень интересно наблюдать. Также в этом аквариуме регулярно проходит погружное кормление с помощью водолаза. Все наши скаты ручные, они подходят к водолазам и берут корм прямо у них из рук.